Черноморский флот начал учения по поиску и нейтрализации подводной лодки. В акватории работают два противолодочных корабля «Касимов» и «Суздалец». Им помогают тральщики «Турбинист» и «Железняков». В ходе учений тактические группы надводных кораблей будут пытаться обнаружить подлодку условного противника. Субмарина «Колпино» тем временем должна уклоняться от торпед и бомб судов Черноморского флота. Ранее те же корабли принимали участие в учениях по запуску ракет системы «Калибр» из подводного положения.